Ранее в этом здании уже размещалась мемориальная доска в честь Сергея Бугаева. Однако в связи с реконструкцией она была демонтирована. Связано это было с масштабной переделкой здания бывшего кинотеатра «Пионер» в театр имени Афанасьева. Именно здесь в 90-е годы работал лидер молодежного движения в области современной музыки и народного театра Сергей Бугаев. И вклад этого человека в развитие культуры нашего города трудно переоценить, говорят его друзья. Сергей Бугаев сделал очень много для того, что сейчас называется музыкальная сцена. Просто потому, что он был первым. В этом здании был молодежный центр «Пионер». Ну, тогда, когда вот люди перестали кино смотреть, и тогда это отдали вот молодежи. И у Сергея здесь, например, был офис, была здесь, значит, студия звукозаписи самая первая, был даже какой-то магазин там, самый первый тоже в городе, где можно было купить какую-то электронную аппаратуру. А Сергей Бугаев был также, в общем-то, причастен и к созданию телевидения, и нам, в общем-то, технологическую помощь он оказывал. Человек, который сделал очень много именно для города, для молодежной сцены. В этом здании записывались такие группы, как «Калинов мост» и многие другие, пусть и менее именитые, но вряд ли менее талантливые. Сюда со всеми идеями приходило множество творческих людей, и все они получали поддержку. И сегодня память о Сергее Бугаеве осталась не только в воспоминаниях. Каждый год телеканал «Энск-49» проводит конкурс молодых исполнителей «Ордынка», посвященный этому человеку и его невесте, легендарной Татьяне Снежиной. Это трагедия, когда молодая начинающая талантливая певица Татьяна Снежина и ее жених, начинающий тоже продюсер Сергей Бугаев, погибли прямо-таки перед своей свадьбой. Она тогда потрясла всех нас, кто их знал, всех поклонников Татьяны. И в память об этом мы вот уже 15-й год делаем фестиваль эстрадных исполнителей под названием «Ордынка». «Ордынка» – это родина Сергея Бугаева, чтобы все понимали. Сейчас мэрия Новосибирска объявила о начале общественных обсуждений об установке мемориальной доски, посвященной памяти Сергея Бугаева на фасаде Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева на улице Горького. Общественные обсуждения пройдут с 6 по 19 ноября. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте города Новосибирска в разделе «Общественные обсуждения». Предложения, рекомендации, замечания по проекту размещения элемента монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска принимаются в формате электронного документа по электронному адресу, который вы видите на своем экране. Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет обнародована не позднее 27 ноября.